Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет обзор Extreme DM Drift Server. Итак, это NRPG сервер, как вы понимаете, в принципе, я вот только зашел. Вот пока что нету, но в скором времени он будет. Итак, давайте выберем скин, я думаю, изначально, давайте, скин. И давайте ID 299, 298, 300, нет, такого скина нету, давайте, значит, 299. Вот такой скинец выберем, короче. Итак, а у нас сейчас 14 человек, в принципе, даже неплохо, я думаю, для такого сервачка, в принципе. Но чисто развлекательный сервер, как я понимаю, у нас это спаун. Давайте пойдем, выйдем, посмотрим, что там снаружи, потому что я еще не выходил. Итак, гонщик, 8 уровень чувака, короче, пишет. Вот мы зашли, давайте, наверное, help пропишем. Так, помощь по командам. Помощь по командам на GPS, типа. Так, помощь по командам на ФСБ, помощь по командам на медик, помощь по командам на VIP игрока, репорт, LS, Hell, спаун, заспавнится, поприветствовать всех игроков. Давайте ХХ попишем. Так, поприветствовал, короче, всех, килл умереть. И вино, мангал можно поставить, кстати, так, тун есть, бомж, гивы майгу можно, так, резать для бойщиков, помощь по рыбалке, взять жезл, прозвать главного админа. Ну, в принципе, я не буду это смотреть. Итак, короче, здесь можно, типа, машину создать или нет? Нет, такой команды нету. Не знаю, где их можно брать, давайте ТП, может, пропишем. Тоже нет такой команды. Так, help, помощь по команде, давайте... Ну, это мы уже прописали. Блин, давайте, не знаю, спаун. Спаун. Ну, что-то команда не работает. Вошел за команду террористов. Блин, может, надо здесь почитать повыше, я думаю. Так. Подключился, бла-бла-бла. Так. Окей. 10, кстати, автодонат, я так понял. Наша группа... Это меню сервера, alt, меню, окей, вот, меню, короче, пишем меню, меню, так, транспорт средства, так, тип транспорта, иномарка, гоночное авто, лоурайдер есть, грузовики, короче, здесь и все. Давайте иномарки, наверное, леди, BMW X5, Opel, Lada Калина, Toyota Mark 2, давайте, наверное, Opel возьмем. В принципе, что у нас есть еще? Предметы, оружие, телепорты, телепорт 2, действия, радио, прорассировано, прорадо админов, онлайн-админы, система банды, дополнительно. Так, снять бан, повышение левел админа, выйти из тюрьмы, промокоды. Промокод первый уровень. Так, 100 рублей у нас есть, пишем донат. Донат не работает, хорошо. А, это нам дается, типа, окей, я понял. Так, меню. И здесь типа можно снять банчата, потом у нас 100 рублей есть, если что, или нет. Так. Телепорты. Анашан 8 бит. Так, Батырева и так далее. База на бочку. Окей, телепорт 2, может, что-то интересное есть. Потеку стай, казино, морг. Морг. Так, давайте, я думаю, морг спрыгнемся. Так, меню. Телепорты, морг. Что за морг? Ага, здесь в натуре морг есть. Лол. Зачем он нужен, я не понимаю, конечно. Но он здесь есть. Здесь есть морг, пацаны. Да, конечно, не знаю, для чего он здесь нужен. Так, вы желаете вступить в медики. Сервиста врач каждые 30 минут получает по 10 тысяч рублей. Блин, прикольная система на самом деле. Необычный сервак такой. Так, давайте телепорт 2 выберем. Какой-то чувак, мы можем его тоже убить. Так, примите его ПГ, пишет чувак. Окей, так, церковь. Давайте в церковь. Ну, церковь здесь обычная, вот. Я так полагаю. Обычная церковь и все. Так, телепорты. Космодром. Здесь есть космос? Лол. Здесь есть космос? Ёб твою налево, пацаны. Вот это уже круто. Вот это уже круто. Скриншотик вот такой сделаю. Есть здесь космодром. Я просто в шоке. Так, вот эти бочки, по-моему, еще взрывать. Это им будет
то будет бабах или нет? Или они не взрываются? Не, они не взрываются почему-то. Ну ладно. Хорошо, погнали наверх, я думаю. Потому что мне интересно, как здесь выглядит космос, космодром. Окей, а сюда никак не попасть, что ли? Это просто интерьер такой? Или как-то можно сюда попасть? Какой-то, наверное... А, вон, чекпоинт есть, точно. Есть чекпоинт, хорошо, погнали. Это, наверное, работа какая-то. Блин, ну, выглядит очень достойно, я вам скажу. Так, стоп. Что это, телепорт, типа? А, ну ладно, я не знаю, как это космодром работает, ну ладно, морг, казино. Казино, давайте посмотрим. Казино у нас находится вот здесь. Вот такой вот казик маленький, короче. В данном месте запрещено драться, окей. Ну прикольно, здесь и казик есть, здесь и так далее. Можно бабла еще поднять, я так понял. Система банд. Создать банду, удалить банду. Назначение, назначить скины. Назначить место, отметить спан банды, назначить... Так, давайте название. Банда Кирилл Гейм, давайте напишем. Цвет банды. Ну, блин, я даже не знаю. Один. Цвет банды должен составлять из 6 символов. Ну, давайте, блин, напишем. Так, где эта хрень? Создать банду. Кирилл Гейм, давайте напишем. Банда Кирилл Гейм. РГГББ. Окей. Чё-то чувак попутал, ебать. Я его, по-моему, убил или нет? Чё, проблемки? Да, я его, походу, завалил, короче. Ну, не с тем он связался. Ну, да. Так, давайте меню теперь. Система банды. Назначить скины. Так, начинающий. Давайте 200 скин пусть будет. Игрок. Ну, не знаю, 120. Проигрок. 150. Элита. 298. Зам-элит. Так, ну, пусть будет 250, допустим. И лидер пусть будет 299. Все. Окей, так. Назначить скиллы. Назначить место спавна, отметить. Ну, система такая прикольная, короче. Если вы будете с друзьями играть, можете свою банду создать, и все будет заебись. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сервер IP, группа и сайт в описании. Всем пока-пока. I'm crying.